Обескуражено лицо у смерти. Она ждала его, считала выдох, вдох. А он воскрес, восстав во свете, в духовном мире совершив переполох. А дьявол думал, что продумал все детально. Гордыня, ненависть и зависть так гнала, что он, стараясь сделать больно максимально, увлекся так, что тьма подвох не засекла. Все слуги и смерти не по-детски развлекались. Кровавым шоу наслаждаясь, не учли, не распознали, что к чему, не догадались. Зачем Голгофскому холму Христа вели? Плетя интриги, все злобу и сомнения, готовя толпы лица, роли и места, сам сатана, читая Божье откровение, не мог понять предназначение креста. Губитель душ людских, наивно строя планы, решил, что крест его идея. Но Господь, как и когда-то с мудрецами караваны, так и тот крест готовил сам, святой, смиряя плоть. Он знал заранее, что будут пересуды, что затаскают из дворца в дворец, побьют. Он знал количество монет в руках Иуды и до чего они в итоге доведут. Христос готов был и все выдержал достойно. Он за 3 года все сказал и все успел. И как бы не было ему в тот вечер больно, он плакал, мучился, но все-таки терпел. Огонь пощечин и кнута прикосновения он вынес кротко, низко голову склонив. На издевательство молчал и унижение решил принять, до святотатства допустив. Он шел на крест, чтоб посрамить врага публично. И брызги крови от вбиваемых гвоздей, что заставляли смерть смеяться истерично, не просто делали грязнее палачей, они тянули небо вниз. Но сам Создатель, оставив сына с сатаной наедине, в этот момент был как посторонний наблюдатель. Он ждал триумфа Иисуса в стороне. Все окружение притихло, притаилось. И в тот момент, когда Христос сказал: «Отец, в Твои я руки предаю мой дух», свершилось! Открылось то, что крест начало, не конец. Он, как никто, тогда нарушил планы ада. Смерть не могла его в могиле удержать. Воскрес! Воскрес! Теперь разрушена преграда. Он был рожден, чтобы преграды разрушать. Обескуражено лицо у смерти. Она ждала его, считала выдох, вдох. А он живой, он, торжествующий во свете, он, побывавший человеком, святый Бог, Христос воскрес!